Всем привет, друзья! А у меня сегодня будут щи куриные. Здесь у меня бульон, мясо я уже вытащила. Вот, он у меня готовый. Здесь у меня на бульоне тушится лук, морковка, помидоры и болгарский перец. Пусть тушится. А я шинкую капусту. Бульон у меня закипел, и я выкладываю капусту. Поджарочка у меня тушится. Я сюда сразу положила лавровый листик. Оно уже у меня дотушивается, потому что семена укропа, семена кориандра немножко их растолчила. И перец черный молотый. И все это дело выключаю. А здесь у меня варится компот. Белая смородина, немножко красная смородина и клюква. Сластить я его не буду, потому что мы сахар не едим. А будем добавлять мед уже по вкусу. Все, компот у меня готов. Выключаю, накрываю. И пусть он у меня настаивается. Капуста у меня варится. Поджарка у меня готова. И я пойду схожу на огород за петрушкой. Капуста у меня практически готова. И я выкладываю кабачки. Кто с нами давно, они знают, что мы картошку не едим, поэтому я кладу или кабачок, и если есть репа, тоже с удовольствием ее кладу. Вот. Кабачки у меня закипели, и я выкладываю сразу поджарку, потому что, знаете, кабачки варятся практически мгновенно. Немного досолю. Бульон у меня подсоленный, поэтому я немного подсолю. Ну вот, щи мои готовы. Я высыпаю зелень. Вот такие щи у меня получились. Накрываю крышкой. И пусть они у меня настаиваются. А здесь у меня настаивается компотик. Он уже вот такой красивый. Пусть еще стоит. Вот такой у нас сегодня будет обед.